Короче, пацаны, расклад такой. Я решил достать с полки своего Сентона и поехать на соревнования в Подольск. Там был кубок осени. Соответственно, до Подольска мне нужно было ехать около часа по времени. Тренировки должны были начаться в 9 часов. Соответственно, я где-то в 7:30 поставил будильник, в воскресенье проснулся, доехал до Подольска, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях. И дальше все было просто. Я достаю своего любимого Сентона, и он вместо того, чтобы адекватно себя вести, начинает подкидывать различные прикольчики по электронике. В общем, неадекватная просто реакция на газ. Задний ход пропал, передний ход включался там один раз из четырех, грубо говоря, нажатий на аппаратуре, да. И, в общем, это на самом деле такие симптомы у меня раньше были, когда регуль затопило. Вот, он у меня после герметизации повторной должен был ожить. Вот, но, как видите, этого не произошло. В общем, как итог, времени потратил туда-сюда на дорогу, бензин сжег в грязи и изговнялся весь, там и обувь, и машину мыл потом, я имею в виду Сентона, да. В общем, блин, конечно, вот самое неприятное вот в таких мероприятиях, когда едешь далеко, и все идет по бороде. То есть я по факту пару кружочков, когда еще было свободное катание, навернул, и вот как только всех собрали, говорит, все, начинаем гонять. У меня очередной раз ничего не поехало, я плюнул, собрался домой. В общем, какие выводы можно из всего этого сделать? Вот я, кстати, хотел, блин, просто в субботу заранее взять и здесь вот на райончике, на какой-нибудь площадке его погонять. Нет, блядь, вот поленился за это и поплатился. В общем, наверное, буду себе заново брать регулятор, потому что я себе брал Hobby Wing, потом, соответственно, мне когда перегерметили армовский этот BLX, я думаю, нафига мне два Hobby Wing продал, поставил обратно этот BLX, походу надо его приканчивать окончательно, выбрасывать в мусорку. Ну, тем не менее, чуть-чуть я перед отъездом поснимал видосиков, как шорты гоняют, поснимал видосиков, как багги гоняют. Поэтому сейчас под музычку пару минуточек вам накину видосиков. В общем, всем покедова.